Всем привет-привет! Ну а у нас на экране сегодня химик. Как вы знаете, доктор обычно находится на дне данного списка, и он обычно сражается против таких, как химик. И, конечно же, потихонечку проигрывает. Ну, это хотелось бы так сказать. Но, а химик у нас, конечно же, тащит. Он у нас еще тот тащун. Ну, если бы я попал в такой бой, возможно, нарухи бы я вытащил. Но здесь дело не в этом. Дело в том, что большое количество урона, большое количество АФКшных игроков, ну и, конечно же, отсутствие конкуренции приводит нашего химика в топ или на первое место. Сколько же он получит? Сколько же ему отсыпят? И самое интересное, у кого такие бои случаются очень часто? Вот прям пишите в комментариях.